Во всех школах курорта сегодня прошла социальная акция «Конституция Российской Федерации. Основной закон страны». Сегодня мы проводили единый урок гражданственности для первых 11 классов. Целью данного мероприятия является повышение правовой культуры, сознания нашей молодежи. Организовала акцию Управление по образованию и науке совместно с избирательной комиссией города Сочи. Данная акция, говорят организаторы, это одна из форм развития гражданско-правового образования учащихся. Наша основная цель – довести до молодых будущих избирателей важность пользы гражданскими правами и свободами, которые заложены в Конституции Российской Федерации. Об основных положениях основного закона страны, истории создания и развития Конституции России студенты подготовили лекцию и презентации. Закрепить знания ребята могли в ходе викторины и блиц-турниров. Впрочем, как показал наш опрос, о Конституции старшеклассники, например, знают немало. Конституция – это основной закон государства, который определяет законы в обществе, который определяет наш гимн, наше государство в принципе. Наша Конституция прекрасна, однако в ней есть и недостатки. Это неурегулированность отношений между центром и периферией. Конституция нужна для того, чтобы общество и как наше человеческое общество могло существовать нормально, то есть для того, чтобы определять человеческие права и свободы.